Всем привет! С вами Татьяна на канале «Секреты жизни на даче». Вот такой у меня в этом году вырос лук Exhibition. Хвалиться нечем. Не очень крупный, такой средненький, грамм 300-400, самые большие луковицы, даже не дотянул до полкило. Выдрала я его, буду сушить, обрезать, будем есть. Он не очень хранится, но и хранить тут нечего. Тут его немного. В этом году он у меня плохо как-то взошел, семена. Сеяла я его поздно, в начале марта, когда его надо сеять в феврале. Семена покупала в агрофирме «Аэлита». Не заказывала голландские семена, а уже покупала здесь, в Москве. Вот, сажала, сеяла на рассаду, потом рассады высаживала в грядку. То, что ему что-то не понравилось, может быть, земля, может быть, в этом году очень такое сухое, жаркое лето. Солнышко-то любит, лук растет на солнце, но получается, что-то ему не понравилось, и он у меня вот такой вот вырос. Полежит немножко, подсохнет. Наберет в себя витамины, потому что еще хвосты у него зеленые, перо зеленое. Обрежу и пойдет в заготовки. Мне нравится этот лук, он салатный, он вкусный, сочный, сладкий. То есть все равно лучше, чем обычный лук. Вот такие вот у него. Даже не буду взвешивать. Те года у меня были самые крупные, 750 грамм. Полкило это было прям мелочь. А сейчас до полкило даже не дотягивает. Вот он еще даже и не оделся. В общем, короче, что есть, то есть. Хвалиться нечем. Но съедим, не выбросим. Лучок вкусный, сладкий, полезный. Кто не пробовал, попробуйте. Может, у вас получится все. У меня, я сажаю его не первый год. Первые 2-3 года лук был шикарный. В этом году он меня что-то подвел. Но ничего. Будем сажать дальше. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока!